Всем привет! Продолжаем изучать китайский язык. И сегодня у нас третий урок. Называется он «Наши книги шума». Переводится как «Это твоя книга». Итак, давайте разберем новые слова в этом уроке и перейдем к разбору слов и к диалогу. Так, первое слово «на». «На». Переводится как «тот», «то». Второе слово «шей». Шей, кто, чей. Следующее слово шу, шу, книга. Четвертое слово тон ву, тон ву, сосед по комнате. Следующее слово ханью, ханью, китайский язык. Следующее слово кбен, кбен. Седьмое слово. Цидиан. Цидиан. Словарь. Кэбэн – учебник. Восьмое слово. Дзюша. Дзюша. Именно это. Девятое слово. Жию. Жию. Японский язык. Десятое слово. Дж. Дж. Переводится как «это», «этот». Дзаджи, дзаджи, журнал. 12-е слово инюе, инюе, музыка. И 13-е слово поньо, поньо, друг. Итак, это новые слова в этом уроке. Сейчас давайте разберем, как, в чем разница между на, дж, то есть тот и этот. И на примерах посмотрим. Итак, первый пример. Джоши ханью кэбэн. Джоши ханью кэбэн. Это учебник по китайскому языку. Второй пример. Джоши лаоши дэшу. Джоши лаоши дэшу. Джоши – это. Если дословно переводить «это», «есть», «учитель», «его». То есть учебник учителя, книга учителя. И примеры с «на». Наши тада дзаджи. Наши тада дзаджи. То его журнал или тот журнал его. То есть разница между «на» и «дж». Если предмет находится рядом с вами, то это будет «дж». Рядом с вами этот. Если он находится вдали от вас, то это будет «на» тот. И второй пример. Наши уоменды кэбэн. Наши уоменды кэбэн. То наш учебник или тот учебник наш. То есть на, он находится вдали от нас. Итак, давайте перейдем к диалогу. Первый диалог. Давай. Давай говорит. Мали. Дюши шей дэшу. Шини дэшу ма. Мали. Дзюши – это шей дэшу, то есть чья это книга, шей – это кто, шей да чей, чья. Получается джэши шей дэшу, то есть это чья это книга, шини дэшума, то есть есть твоя книга, то есть это твоя книга. Мали ему отвечает буше. Наши вода тонгу дэшу. Буше. Наши вода тонгу дэшу. Буше. Нет. Наши вода тонгу дэшу. То ше. Наши. То есть вода тонгу. Вода. Мой. Тонгу. Сосед по комнате. Тонгу да. То есть моего соседа. Тонгу да. То есть это его книга, Тонгу дэшу. Ши ханью кэбэн ма. Ши ханью кэбэн ма. То есть это учебник по китайскому языку. Бу ше. Ши хан жи ци дэн. Бу ше. Ши хан жи ци дэн. То есть нет. Это
хан же, получается, ханью, китайский язык, жию, японский язык. Получается, хан же, китайско-японские слова, циден. Шима циден. То есть, шима, какое что, то есть, какое слово, шима циден. Хань же циден. Дзюши ханью, жию циден. И Мали ему отвечает, то что хань же циден. Дзюши. То есть это обозначает, имеется в виду ханью, китайский язык, жию, японский язык, словарь, то есть китайско-японский словарь. Так, второй диалог. Второй диалог. Мали и второй собеседник Джон Цун. Это китайские имена. Так, Мали спрашивает. Джи ши шима дза джи. Джи ши шима дза джи. То есть джи ши. Это есть какой журнал? То есть что это за журнал? Джон Цун отвечает. Инюе дза джи. Инюе дза джи. Инюе музыка. Дзаджи журнал. Музыкальный журнал. Ши жи бэнда дзаджима. Ши жи бэнда дзаджима. То есть есть жибен, Япония. Жи бэнда японский. То есть это японский журнал. Ши жи бэнда дзаджима. Буши. Ши джунгода дзаджи. Буши. Ши джунгода дзаджи. Нет, это Джунго, Китай, Джунгода, китайский, китайский журнал. Ши Нида Дзаджима, Ши Нида Дзаджима. Есть твой журнал, то есть это твой журнал. Буше, Ши Во Поньода Дзаджи. Буше, Ши Во Поньода Дзаджи. Нет, это журнал моего друга. Сейчас я подготовил для вас два вопроса. Эти вопросы из двух диалогов, но относятся к разным. Вот, и в комментариях напишите ответы. У кого нет китайской клавиатуры, можете написать пинином. Итак, первый вопрос. Хан же ци дян ши шейдема. Хан же ци дян ши шейдема. И второй вопрос. Инюе дзаджи ши джунгодама. Инюе дзаджи ши джунгодама. На этом все. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.